Рейсовый автобус с неисправными тормозами был задержан на выезде из Красноярска. В салоне находилось более 50 человек, в том числе двое маленьких детей. Автобус направлялся в Бишкек. Сотрудники ГИБДД остановили его в ходе плановой проверки и обнаружили сразу несколько серьезных нарушений. Утечка воздуха из тормозной системы, неработающая передняя фара, тонировка на всех боковых стеклах, стертый госномер. К тому же детей родители везли на коленях, потому что транспорт не был оборудован удерживающими устройствами. Неисправная машина должна была находиться в пути 2,5 суток. Теперь водителю грозит штраф порядка 6 000 рублей. Также ответственность должна понести и транспортная компания, которая выпускала автобус в рейс. В отношении водителя было составлено 5 административных протоколов. Все 50 пассажиров были пересажены в другой автобус и отправились по маршруту без задержки практически. А автобус сейчас помещен на специализированную стоянку до устранения нарушений.